И на меня смотришь. Я Наташа. Ну зачем же ты тогда сбежала? Я всех твоих подруг, все больницы обзвонила, с ног сбилась, в милицию пошла. Тетя Наташа, я подумала, сбежала, что денег не брала. А дядя Саша сказал, что это все я. И ты мне тоже не поверила. Ксюшенька, ну а что я должна была подумать? Ты сказала, что у тебя есть деньги, ты фломастеры хочешь купить. Это все Вита. Что Вита? Это Вита, нянька моя. Она взяла деньги из стола, я все видела. Она их еще раньше брала. Вита деньги воровала? Да, она меня на кухне кушать посадит, а сама в комнату. А я один раз за ней пошла, чтобы попросить погреть молоко. А у меня есть деньги дома, в копилке. Я их маме на подарок собирала. Ну что же ты мне раньше об этом не сказала, а? Почему ты мне раньше не рассказала? Почему ты не рассказала? Придумай. Ну не смогла. Думала о другом, думала, что ты меня опять не послушаешь, будешь обвинять опять в чем-то, что ты мне не поверишь вообще. Ну, стоп.